Мероприятие на этот раз проходит в новом выставочном формате. Да и задачи в этом году автотранспортного форума другие. В рамках насыщенной деловой программы специалисты обсудят работу транспортного комплекса «Сочи» в условиях проведения Олимпиады. Проведут круглый стол на тему совершенствования логистики поставок продукции в предприятия торговли, общественного питания и санаторно-курортного комплекса во время проведения зимних игр. Максимально, что мы хотим сегодня, задействовать общественный транспорт, чтобы как можно меньше количество транспорта было на улицах города Сочи. В этих целях будет приобретено более 300 комфортабельных автобусов, которые будут перевозить и гостей, и жителей города в том числе. В этих целях будет задействована и железная дорога, это электрички будут работать с интервалом 15 минут по образу и подобию московского метро. И все наши расчеты говорят о том, что общественным транспортом мы в состоянии будем перевести всех гостей и жителей, тем самым освободим город от лишнего передвижения автомобильного транспорта, в том числе и личного. Участие в форуме принимает и Ассоциация компаний придорожного сервиса и туризма, представители которой добирались до Олимпийской столицы, участвуя в автопробеге, и смогли оценить весь дорожный сервис от Москвы до Сочи. Территория Краснодарского края, она отличается в лучшую сторону в части подготовки дорожного полотна и насыщенности объектами придорожного сервиса. Безусловно, есть еще что делать. Нужно структурировать все то, что есть уже сегодня вдоль дорог, повышать качество, уровень этого сервиса. Основные же цели форума – оказать содействие развитию рынка автотранспортных средств Краснодарского края, способствовать модернизации автотранспортного комплекса города. В экспозиции же выставок представлены автомобили от официальных дилеров Сочи – Renault, Ford, Lada, автомобили ГАЗ, а также грузовой, пассажирский транспорт, запчасти, автокомпоненты и автоэлектроника. Сегодня, в первый день работы автотранспортного форума, прошло пленарное заседание Всероссийской конференции «Олимпиада в Сочи. Первая проверка дорожного сервиса России на состоятельность». Завтра же, 5 октября, форум примет 10-й юбилейный автопробег «Сделано в Тольятти». Кроме того, в этом году на выставках пройдет открытый городской конкурс «Каким должен быть современный автомобиль города Сочи». Победители будут определять путем народного голосования. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.